Кадулькины, всем привет, я опять с вами, Олег Ваньков. Мне просто слов нет, даже одни эмоции, и подумаю, вот буквально 7 часов назад я был в зиме, минус 20, там и тому подобное. А тут-то лето, плюс 35. Жарко. В общем, скажу только одно, вот мой отель. Только-только с автобуса вещи поставил. Готовимся заселяться. Туристы ходят всякие. Очень жара, полная программа. Аж вспотел, сейчас начнется. Ну да, движение вообще в Москве, конечно. Одни. Мотоциклы. Скоро мне тоже будет мотоцикл. Но это будет потом. Вы увидите и услышите. И все, будет еще плюс к этому. И море, и песло, и... О, родненький, ну проходи сюда. Вот обосновался. С зимы приехал в лето. Вот мой номер, это первым делом. Душ, туалет и там уборочный. Вот. Две койки. Ну такой просторненький, но уютный. Мы здесь вдвоем. Так что пойдем дальше. Вот какой вид-то у нас. Вау. И вот так как-то целый месяц буду здесь отдыхать. Видите? Давайте. Берем мотоцикл. Ощущения вообще по полной программе, незабываемые, заехали заправиться, вот, так что нам хватит на весь день кататься, какой-то литр, экономный вообще, горы кругом, вообще кошмар, я в шоке, вот первый день здесь, в Паттайе, я обалденно вообще. Как-то так вот, все. Скоро поедем обратно к морю. Ну вот, пью манго. Манго-манго то есть. Хотя охота туда, но, блин. Но не надо. Лучше сока от манго попить. Так что отдыхается первый день очень жестко. Чуть-чуть уже подгорел на пляже. Ну что, первый раз я бываю так. Ну, да шибко хочется, сейчас буду повнимательнее просто. Благодарю, буду сидеть на солнце. Вот заехал здесь в одно обалденное местечко, вот. Вот такие же ворота хочу себе домой поставить. Ну, будущий дом, конечно. Сейчас почувствую, что ударится.
что там? Просто? А? Ну просто тянет. Порез, это? Порвал? Сильно болит? А? Итак, друзья, товарищи, родненькие мои, тренировался маленько с профессиональными бойцами, получил маленькое растяжение, ну ничего, нога, это все заживет. На каждом всегда долго быстро все оживает, как на собаке. В общем, будем дальше смотреть и дальше будем идти вперед. Для Батара, Нулькина, вообще, блин, куда ни скинь, все море. Я всего-то отъехал от отеля на 3 километра, ёлки, вообще, красота, да и только. На берегу, опять же, океан, с какой стороны, даже не знаю, заблудился здесь. Делись. Так, друзья, пойдемте, покажу вид, куда я поплыву на днях, на какой остров. Там точно увидите. Вот, добрались. Там оттуда... Так, оттуда вот поплывем на Болгарке, вот на этот остров. Это вообще гречка какая-то. Мне за шляпу мешает. Тихо. Эти люди на уфлина. Это жесть. Короче, слов нет, одни эмоции. Руки сухие, как обычно. Маленечко сгорел за 2 дня. Но это стоит, чтобы такой был массаж. Ничего не подумайте, блин, я никому ничего не изменяю, но, блин, это вообще фантастика, правда фантастика. Родненькие, поверьте мне, приезжайте сюда в Таиланд, блин, о, даже хрустит все по какому-то программе. Это нечто. Нифига. Попробуй.
остался. Я же сегодня много еще повредил. Много растянул. Если сможешь, сделать ноги массаж. Как мне дальше делать тренировки? Никак. Она мне сделает массаж на ноги, который повредил. То есть растянул. Yes? Mm-hmm. Я сам дубом по-английски, но блин, о. Вот так вот. Все хрустит. В его руках все хрустит. И все щелкает по полной программе. Вау. Окей. Very much. Окей. Итак, родунки, пришел на тайский чистый массаж. Это вообще будет номер один. Первый раз в жизни. Есть в Таиланде, надо... Мой массажер капитальный. Вот так вот что-то сейчас будет вообще кошмар. Не знаю, может, ну, может нет. Скорее всего, поднеслась. Его сори имя Синзай. It's for me? It's okay? На острове вулкан. Я обещал, мужик сказал, мужик съел. Были дальше. Вот уже почти доплыли. Осталось еще маленечко. И вперед. Сейчас достану даже этот. Звезда есть. Вот так вот. Может, что-то еще достану? Ладно, дальше попробуй.
Вот родник, заехали в такое местечко, как лагуна, и красота вообще. Все, все видно. Сейчас сядем, покушаем и пойдем дальше. Как раз только после тренировочки вообще жестко. Здесь мы присядем. Красота, конечно, неописуемая. И до сих пор еще мне сердце бьется. Ужин при закате в Таиланде — это что-то, тем более в таком живописном месте.